Да, говорит, это не так дорого, и это пить, все, это очень вкусно. Я думаю, это добрый кола, супа. А сейчас я знаю русский дар. Русский дар, это отлично. Я люблю это на завтрак, на ночь, на вечер и на день. Супер. Кто-то нам готовит на завтрак? Феликс, немецкий завтрак. Баварский. Баварский, да. Баварский завтрак нам готовит. И свирж из Байерн. И dazu ein Hindelbeer Senf. Ganz klassisch. Говорит, только пива не хватает. И бритц у нас не есть. У нас есть хлеб хороший. Моя мама испекла утром. Что за какой хлеб мама испекла? Мне кажется, ничуть не хуже брецеля, да, Феликс? Готовит нам завтрак и такой говорит, ты думаешь, это уже готово? Откуда я знаю, готово это? Это уже. А там инструкция должна быть? Да, я не знаю, это просто, это уже готово. Ну тогда доставайте, давайте просто, пробуем. Когда это... Приготовим завтрак. Давай, пока я почищу, конечно. Лека-лека. Жарко? Да. Быстро. Мне кажется, они еще не сильно... Мише понравились. Скажи, Миша. Такой. Как, мам? Это похоже на нашу ливерную колбасу. Вот, да. Которая раньше делалась. Не сейчас, которая, а вот раньше была. Ну, вкусно, да? Очень вкусно. Классно. Да. Феликс, ты рад? Я. Молодец, Феликс. Спасибо. Спасибо за завтрак. Да, спасибо за завтрак. Вкусный приговор. Ливерная колбаса похожа. Мне напомнила, не знаю. А ты соус макала хоть? Да. Мише очень понравилось. Еще тянется. Ресторан. Какой это? Это тут алкоголь. Видишь, алкоголь напит ты тут. Это, смотри, в Риме когда-то работает и работает для алкоголя. Феликс, это алкоголь. Тут феркафы на алкоголь. А продают, это, да. Это не ресторан. Это не ресторан. Ну и что?